Всем привет! Сегодня я покажу вам, как красиво упаковать бутылку для подарка. Для этого нам понадобится любая красивая упаковочная бумага. У меня она вот такого золотого цвета, а так как с другой стороны она серебристого, будем бумагу складывать в два слоя. Отмеряем нужный нам размер, чтобы бумага была чуть-чуть выше нашей бутылки. Края буду склеивать вот таким вот двухсторонним скотчем. После того, как склеили два слоя вместе, можно отрезать. Теперь мы видим, что у нас получился треугольник. Отмеряем середину. И одну часть складываем гармошкой. Должен получиться вот такой веерок. При этом веер должен быть до середины плюс еще один изгиб. Ну а во вторую прямую часть мы заматываем нашу бутылку. И подбираем понравившуюся по цвету ленту. Думаю, что к синей бутылке хорошо подойдет голубая лента. А вам какая больше нравится? Напишите мне об этом в комментариях. А также не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал, кто еще не подписан. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока! Ой-ой-ой! Ты что, до сих пор не подписался? И не поставил лайк? Скорее сделай это!